Сегодня 10 июля 2018 год. Время около 9:30 утра. Нахожусь на станции Международная. Пока конечная. Там еще ветки строят. Или не ветки, а станции. Потом поеду. Да. Время 20 минут 50. Да, далековато на эскалаторе ехать. Сегодня суббота еще, народу поменьше. За мной вообще пока никого еще нет. В общем, поднялся оттуда. Тут я не был. И еще. Вот сама станция Международная. Все по международным стандартам. Вон кассы, где жетоны продают. Ну, также можно автоматически купить. Входим на улицу.